Вы почувствовали, что он вот сделал хлопок, улыбку? Was he really happy privately? Not really. Его эмоции частные были ли? Были ли это частные эмоции? So pretend is not really wrong. То есть Вруду кажется, что это не были частные эмоции, то есть это были эмоции вот танцевальные. И вот это вот то, что как будто бы он притворился, что он счастлив, да? То есть это не есть неправильно. Это не есть неправильно для танца. It just depends if you do it good. То есть это зависит просто от того, хорошо вы это сможете сделать или нехорошо. Understand the difference? There's a degree, you know, I'm really... Разный уровень. Angry at you because I didn't think that was good what you did. Am I really angry now? No. But I thought it was absolutely terrible what you did. Is that clear? That was better. Первый раз он как бы ему выговорил, он не был сердит, а второй раз он показал действительно гнев. I'm not really angry at all. То есть на самом деле он не зол, совершенно не зол. What I feel is quite fun. То есть для меня это фан. It's fun to do that. Nice. But don't you laugh at me. Здорово, мне нравится, и не вздумайте надо мной смеяться. So I'm privately having fun. То есть внутри, частным образом, я получаю удовольствие, но я ввожу себя в это чувство.